Это прозвучало соло гобоя из второй картины оперы Чайковского «Евгений Онегин». Гобой здесь имитирует, или, лучше сказать, заменяет рожок деревенского пастуха. Вот почему, когда бы я не услышал это место в «Евгении Онегине», я всегда мысленно переношусь в свое далекое детство, в деревню Старой Князево Тверской губернии, где я родился и вырос. Тогда там на рожке замечательно играл пастух Василий Питарягин. Это был средних лет худенький, невзрачный мужичонка, но пастух он был очень хороший, и его все любили. И вот в летнюю пору каждым ранним утром он выходил на улицу, и прежде чем выгнать стадо в луга или в лес, доставал свой рожок и с песней проходил деревню из края в край. А в это время хозяйки спешили подоить коров. У нас не было ни коровы, ни своей земли, но мать вставала, пожалуй, даже еще раньше Василия. Топила печку, варила нам, ребятишкам, а нас тогда было трое, какой-нибудь завтрак, обед, и уходила с отцом батрачить. Если отец в это время не работал где-нибудь в городе, и если его не было, уходила одна. По праздникам, большим праздникам, Василий приходил к моему отцу, и они, предварительно выпив водки, выходили на улицу, садились около избушки на завальнику и начинали свой традиционный концерт. Василий играл, а отец мой пел. Делали они это, видимо, очень хорошо, потому что около них собиралась большая толпа. И мы, мальчишки, тут же бегали, затевали свои обычные игры. Но я частенько выбирал где-нибудь поближе местечко к отцу и слушал, как он поет. Много песен я слушал и от своей матери. Она долгими зимними вечерами уходила с пряжей к подругам и забирала нас с собой. И там песни лились, не умолкая. Одна начиналась, одна кончалась, начиналась другая. И много пели, и очень хорошо пели мои тетки, сестры отца. И вот так постепенно, слушая песни, я, подрастая, незаметно стал сам петь. А когда мне было лет уже 9-10, я без пения и просто жить не мог. Как только оставался один, я сейчас же запевал. И я стал замечать, что у меня голос не такой, как у всех других мальчишек. И что петь мне легко, и мне самому стало нравиться мое пение. Сейчас я перескочу вперед, так лет почти на 60, и расскажу, как я в последний раз встретился и пел с моей матерью. Это было летом в 67 году, немногим больше 2 лет тому назад. Я, как всегда, собрался поехать навестить мать, и брат из деревни приехал за мной, чтобы мне помочь в дороге. И вот ясным солнечным днем мы приехали в деревню.
была очень радостная, взволнованная встреча с матерью. Мы быстро поставили самовар, раскрыли наши чемоданы, достали разные закуски, бутылку коньяку и быстро сели за стол. Нам было очень хорошо. Мы много говорили, вспоминали прошлое. И мама так сидела рядом со мной, положила мне руку на плечо и говорит: «А знаешь, что я сейчас думаю?» Я говорю: «А что? А не спеть ли мне?» Я говорю: «Давай, очень хорошо, если хочется, запевай. А сам-то думаю, как это она будет петь?» Ей тогда уже было 93 года. Ну, думаю, запоет она каким-нибудь скрипучим старческим голосом, что не будет понятно ни слов, ни мелодии. И что ж вы думаете? Она запела самым нормальным голосом. Никакой скрипучести, трескучести в нем не было. Да и песню-то какую вспомнила, про Ваньку Ключника. Эта песня в годы моего детства была так популярна в деревне, что она по праздникам звучала в каждой избе. Эту песню в городе не поют. Это, видимо, была только деревенская песня. Я с тех пор ее никогда нигде не слышал. И теперь, наверное, ее почти никто не знает. И особенно молодежь наша, конечно. Так я сейчас потихонечку ее напою, ну, для того, чтобы познакомить вас. Итак, про Ваньку Ключника. В саду ягода малина, под укрытием росла. Свет княгиня молодая с князем в тереме жила. А у князя был слугою Ванька Ключник молодой. Ну, дальше можно не продолжать. Раз в песне есть свет княгиня молодая и Ванька Ключник молодой, значит, дальше будет любовь. Про эту любовь узнает князь. Ваньку выдерут, сошлют на каторгу или в солдаты, что при крепостном праве было почти одно и то же. Но там есть еще две строчки очень хорошие о Ваньке. Это когда его схватили, поволокли на расправу к князю. Там поется так: «Вот ведут, ведут Ванюшу, буйный ветер кудри вьет». Вот вы обратили внимание? Ведут Ванюшу, он уже не Ванька. Значит, ему очень сочувствуют, любят его. И вот мама так увлекла нас своим пением, что мы с Ленькой не выдержали, подхватили песню и закончили ее втроем. Ну, а теперь я вернусь в свое детство. Время шло, я подрастал, росла и моя любовь к песне. У меня нет времени рассказать, каким путем, дорогой я пришел
в большое искусство. Скажу только, что после Великой Октябрьской революции с помощью умных и очень добрых людей я в 21-м году добрался до Московской консерватории и по конкурсу был принят в число ее студентов. И на конкурсе я пел уже не русскую песню, а каватину князя из оперы Дергомышского «Русалка». Мне в этом помогали в деревне Квашнин Николай Александрович и жена его Евгения Николаевна, и в Твери, в Калинине, певец и дирижер Сидельников Николай Михайлович, и жена его, певица тоже, и педагог музыкального училища Мария Алексеевна Сидельникова. В консерватории я занимался с большим увлечением, с большим энтузиазмом. Мне уж очень хотелось быть певцом оперным. Другого я ничего не хотел и ни о чем больше не думал. И особенно, когда я стал ходить в Большой театр. Там я слушал выдающихся мастеров пения. И среди них самый замечательный, знаменитый Леонид Витальевич Собинов. Я с первых же спектаклей полюбил его, и он стал моим кумиром. И вот, бывало, я сижу на галерке или даже стою где-нибудь прижатой к стенке, смотрю на сцену и думаю, а я когда-нибудь обязательно буду петь на этой сцене. И на следующее утро я с еще большим энтузиазмом мчался в консерваторию. Мне навстречу спешили люди. Я глядел на них и думал, куда вы спешите? В учреждение, чтобы писать какие-то там бумажки. А вот если бы вы знали, куда я спешу, я-то спешу учиться петь. Свою будущую профессию я считал самой интересной, самой важной и самой нужной. И вот в 25-м году я благополучно окончил консерваторию. Попутно мне удалось еще позаниматься в оперной студии великого режиссера Константина Сергеевича Станиславского, под руководством которого я приготовил и спел партию Ленского в опере «Евгений Онегин». И вот образ Ленского стал самым моим дорогим и любимым. Он прошел со мной рядом по всей моей сценической жизни. Им я начал в 25-м году свою деятельность и им же закончил в Большом театре в 65-м году, спев его на сцене Большого театра 500-й раз. Мне пришлось с Ленским так близко быть все время. Я расставался с ним только на летние 2 месяца, когда закрывался театр на отдых. И вот даже в последние годы, когда я уже, казалось, все знаю в Ленском, все мне в нем знакомо, понятно, и все же я перед каждым спектаклем за 2 дня, за 3 дня ставил на рояль клавир и по нескольку раз в день
подходил к роялю и повторял какую-нибудь сцену или какую-нибудь отдельную фразу или даже слово. И если это я почему-нибудь не делал, то мне казалось, что я был невнимателен и что даже больше, что я как будто обидел моего самого близкого друга. Давайте посмотрим арию Ленского из сцены дуэли. Она записана на телевидении где-то в 40-х уже годах.
сердечный друг, желанный друг, приди, приди, желанный друг, приди, я твой супруг, приди, я твой супруг, приди. Приди, я твой супруг. Куда, куда, куда вы удались весны? Весной 26-го года я пошел на пробу в Большой театр и спел там арию Рудольфа из оперы «Пучини Богема». Мне сказали, чтобы я зашел через дня три узнать о результатах. А на следующий день ко мне домой приехал директор оперного театра Свердловска, Арканов Борис Самойлович. И сказал, что я вас вчера слышал, и вас, наверное, примут в Большой театр, но имейте в виду, петь вам там очень долго ничего не дадут. А я предлагаю вам поехать со мной в Свердловск и дам вам петь все первые партии. Мне такое предложение очень понравилось. Я подумал. Спел ему еще две арии и подписал договор. Но дней через пять мне действительно позвонили из Большого театра и сказали, что же вы не приходите, мы вас приняли. Я говорю, а знаете, я передумал. Я поеду в Свердловск и вообще лет пять попою в провинции, напою репертуар, приобрету кое-какой опыт и потом приеду к вам. И вот в сентябре я уехал в Свердловск. А 10 октября я уже там пел партию царя Берендея в опере Римского-Корского «Снегурочка». Все было очень хорошо, спектакль прошел удачно. Вскоре я спел партию графа Альмавива в «Севильском цирюльнике», потом Альфреда в «Травиате», Ленского и даже Фауста. И кое-какие другие партии. И все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство. В студии Станиславского я очень хорошо научился тому, как не надо вести себя на сцене, или, попросту говоря, как не надо играть. А вот как надо, я научиться не успел. Меня там очень напугали словами «штамп», «рутина», «халтура» и всякими другими. И я на сцену выходил в Свердловске очень скованным, напряженным. Все думал, так ли я хожу, так ли я сажусь, подниму руку. Сам думаю, а может это штамп? И так вот все я делал неуверенно, потому что репетиций почти не было. Многие спектакли я пел совсем без репетиций, а некоторые из двух-трех репетиций. Но меня выручало одно. Я думал о том,
что петь надо так, чтобы каждое слово было слышно в зрительном зале, что надо музыкально хорошо фразировать, надо петь мысли, заложенные в произведениях. И мне это очень помогало. Кончился сезон, я с коллективом еще поехал на гастроли, потом пел в Уфе, в Перми, и, наконец, два сезона в Тбилиси. Там было очень интересно. Были замечательные дирижеры, это Иван Петрович Поляшвили, и совсем молодой, но очень талантливый Александр Шамильевич Мелик-Пашаев. Потом мы вместе с ним перебрались в Большой театр. Был там блестящий режиссер, учитель сцены Лоский Владимир Аполлоныч, который тоже мне очень много помог. Но самое, пожалуй, важное, это были гастролеры. Их было очень много, и я со всеми с ними пел спектакли. Это были великолепные мастера из Большого театра, из Ленинграда. И вот двухлетнее общение с ними мне, конечно, принесло очень большую пользу. Я стал уже не таким робким, желторотым темцом, каким я был в Свердловске. И двигался я увереннее, и с партнершами знал, как проводить сцены, и голос у меня окреп, развился. И я подумал, а не пора ли мне теперь попробовать свои силы в Большом театре? И вот я в феврале 31 года поехал в Москву и спел в Большом театре два дебютных спектакля. Это был мой дорогой, опять же, царь Бериндей в «Снегурочке». И второй спектакль был «Джеральд» в опере Делиба Лакме. Мои эти два спектакля прошли удачно. Голос мой, видимо, понравился, потому что в театр меня приняли и включили в состав труппы с середины августа 31 года. И вот 1 сентября, как обычно, открылся сезон в Большом театре. А 7 сентября я без особой подготовки, без длительных репетиций спел Ленского. И тогда я подумал, правильно я сделал, что побыл 5 лет на периферии. А еще через дней 10 я пел уже «Герцога» в опере «Верди Риголетто». Эта партия очень трудная, но и очень благодарная. Если певец может легко преодолеть все вокальные трудности, и если хорошо не только преодолеть, а на этих трудностях даже блеснуть своей техникой вокальной, то его всегда ожидает настоящий успех. Давайте посмотрим сцену из оперы «Риголетто». Мы снимали ее на студии «Ленфильм». Снимали там две сцены для концертов. Ну, поэтому они идут не так, как в театре. Но это может быть даже и интересно. А снимали мы зимой в 40-м году. Thank you.
мая, с нежной улыбкою страсти клянутся, плачут, смеются, нам изменяя, вечно все шутят, вечно смеются. Приносит но увлечения, все ж сердце просит, ласки их любим мы, хоть они ложны, жить невозможно без наслаждений. Ох, уже шутят, уже смеются, но из меня. Ты раньше я. Дальше у меня пошло все такими же быстрыми темпами. Я, что называется, был сходу введен в весь текущий репертуар Большого театра. Ну, конечно, в те оперы, в которых был занят лирический тенор. Меня приняли к себе в партнеры такие выдающиеся певицы Большого театра, как ныне здравствующая Елена Андреевна Степанова, Валерия Владимировна Барсова и Елена Клементьевна Катульская. Мне теперь оставалась большая работа над моими партиями, которые я привез из провинции. Надо было их совершенствовать, шлифовать, и я это делал. И в течение нескольких лет я их пел. Но вот в 1936 году была осуществлена новая постановка оперы «Направника Дубровской». Эта опера не блещет музыкальными достоинствами. В ней, пожалуй, скорее всего, прилекают пушкинские образы, и прежде всего образы Владимира и Маши. Когда мы читаем у Пушкина повесть о Владимире Дубровском, нас всегда волнует жизнь и судьба этого героя. Мы сочувствуем ему, мы им восхищаемся. А когда артисту удается воплотить этот образ на сцене, он всегда чувствует большое творческое удовлетворение. Вот посмотрите, послушайте дуэт Владимира и Маши. Дубровский живет в доме Троекурова под именем учителя Дефоржа, француза, и предполагается, что русского языка он не знает, и поэтому дуэт в опере всегда поется на французском языке. Моей партнершей будет создавшая очень трогательный, светлый образ Маши в театре Станиславского и Немировича Данченко, Вера Николаевна Кудрявцева. Мы этот дуэт
Правда, записали сравнительно недавно, где-то уже в конце 50-х годов. Мне осталось рассказать еще немного о моих наиболее значительных и интересных работах в Большом театре. И это были, прежде всего, Ромео в опере «Гуно, Ромео и Джульетта». Это очень интересная, большая, трудная партия. И пел я ее с большим волнением, радостью. Я скажу, что, пожалуй, Ромео был родственником моему Ленскому. Потом была небольшая по объему партия Афанасия Ивановича в опере Мусоргского «Сорочинская ярмарка». Это был смешной персонаж. Правда, это отрицательный тип. Он лодырь, обжора, вообще много всяких других, трус, всяких других в нем было много недостатков. Но вот что-то было в нем такое,
что вызывало в зрительном зале доброжелательную улыбку. И, видимо, это в нем привлекло и меня. Я с удовольствием его пел. Потом я встретился с очень интересным образом. Это с образом благородного разбойника Фрадьявола в опере Обера. Это был очень веселый спектакль. Все мы с удовольствием пели, играли, и публика нас тепло принимала. И последняя значительная работа была в Большом театре. Это «Вертер» в опере Масне «Вертер». Кроме того, что я в этой опере пел главную партию, я был и режиссером-постановщиком этого спектакля. Правда, лучше бы, конечно, было, если бы с этим героем я встретился несколько раньше. Но что поделаешь, в жизни не всегда так бывает, как хочется. Но во всяком случае, я не жалею, что пел его, и у меня не осталось никакого, что ли, осадка от этой работы. Наоборот, этот спектакль также тепло принимался публикой, и у меня осталось о нем хорошее воспоминание. Теперь я скажу коротко о моей концертной деятельности. Концертов в своей жизни я спел очень много, и петь их любил. Нужно сказать, что концертная деятельность – это очень ответственно, это очень трудно. Каждый концерт требует большой подготовительной работы, многих репетиций. А ведь за один вечер приходится спеть 20-25 вещей, и все они, или почти все, разные по характеру, по содержанию, по стилю. И длится каждая из этих вещей не более 3 или 4 минут. И вот в эти-то 3 минуты надо пережить очень многое. Надо передать много разных чувств. Любви, ревности, горя, веселья, страдания, счастья, надежд, разочарования и много всяких других переживаний. И певец для того, чтобы так все это хорошо провести в концерте, должен прежде всего сам быть очень взволнован и петь правдиво, с настоящим искренним чувством. Ему надо обязательно взволновать зрительный зал. И вот это-то очень трудно. Пел я на концертах много романсов и арий западных классических композиторов. Еще больше пел композиторов русских. Душа моя как-то всегда больше тянулась к русской музыке. А своего любимого Петра Ильича Чайковского я спел все 100 романсов. Вот посмотрим один из его самых популярных, самых известных романсов «Средь шумного бала». Мы его записали в телевидении где-то в 40-х годах. Средь шумного бала случайно в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели
голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющий вал. Мне стан твой понравился тонкий, и весь твой задумчивый вид, а смех твой грустный и звонкий с тех пор в моем сердце звучит. Часы одинокие ночи, люблю я усталый прилечь, я вижу печаль. Я грустно так засыпаю и в грезах неведомых сплю. Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что много я пел, особенно в молодости, итальянских композиторов и, в частности, неаполитанских песен. Эти песни поют почти все певцы. Поют, потому что песни очень мелодичны, они очень несложны и всегда в зрительном зале находят самый живой отклик. Вот посмотрим песню «Серенаду» итальянского композитора Тозелли, которую мы записали тоже где-то в 40-х годах. Gioventù passata sarà.
Большое место в моих концертных программах занимали русские народные песни. Я полюбил их с детства и люблю по сей день. Я не только пел их на бис, но и составлял целые программы из этих песен. К сожалению, мы на телевидении не записали ни одной русской песни. Как это получилось, я и сам не знаю. Ну вот, не записали. Но я еще много пел песен старинных композиторов. Это Варламова, Гурилева, Яковлева, Булахова и других. И вот один такой концерт был записан по трансляции из Большого зала консерватории. Мы сейчас вам покажем Гурилёва песню «Ямщика». Вообще все песни этих старинных композиторов, они очень как-то перекликаются с народными песнями, ну, потому что композиторы, прежде всего, вдохновлялись народными песнями и писали в стиле народных песен. Вот такую сейчас мы вам и покажем, Гурилёва, песню «Ямщика». Это записано очень недавно, ну, не более 3 лет тому назад, вероятно, году в 66-м. Посмотрите эту песню. Светлой доли я душой сам и свой сохну, как в неволе. А бывал я удал сухарскою тройкой, понесусь да зальюсь песенкою звонкой. Кнутом поведем, только рукавицей. По степям и полям мчат лошадки птицей. Ни с тоской, ни с слезой молодец не знался, все певал да гулял. Не смогу перегнуть, как надо. Вожжи брось, ну хоть брось, экая досада. Ночью и днем об одном тяжко помышляю, все по ней, по моей лапушке страдаю. Наша передача подходит к концу. Я коротко рассказал вам о своей творческой деятельности. Более подробно об этом я написал в моей книжке «Путь к искусству». Наверное, ее многие из вас читали и еще прочтут. А сейчас, в заключение нашей передачи, мы покажем вам сцену из кинокомедии «Музыкальная история». Это тоже всем вам знакомо. Покажем сцену, песню «Левка» с хором из оперы «Майская ночь». Это тоже что-то вроде народной песни. Кинокомедию мы снимали на студии «Ленфильм» в 1940 году.
И окончилась наша передача. По традиции, как всегда говорят в телевидении, в конце передачи, мне надо сказать вам спасибо за внимание. Но у меня еще традиции нету. Я в этом качестве вот ведущего и рассказчика выступал впервые в жизни. И поэтому я вам скажу без всякой традиции, а просто от всей души большое спасибо за внимание. И если моя передача хоть немножечко вам понравилась, я буду очень рад. До свидания.